Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Silent Hill 3. Мы находимся в Brookhaven Hospital. Последний раз, судя по всему, потому что мы его покидаем. В последней серии мы встретили Леонардо. Он оказался достаточно враждебным существом. Человеком бы я его не назвал. После чего получил заряд свинца в голову, что, соответственно, заставило его пораскинуть мозгами. Ой, я сегодня Петросянин, что-то просто... Ну, короче говоря, в итоге мы получили вот эту печать, на ней нарисован странный знак. Я взяла ее после смерти Леонардо. Теперь нам нужно направляться обратно в отель. Покидаю. Ой, господи, я вздрогнул аж. Was that wrong? It's your fault that he... Oh, but surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Ha! Huh. What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. Kicked you and made you cry. The memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes, and that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. None of you do. Да. Жуткая папа. Так, между тем, мы направляемся обратно в Jack's Inn. Нам не так много дают погулять по Silent Hill в этой части. Если в предыдущей между одним пунктом назначения и другим там было порядка нескольких кварталов хотя бы, то здесь, по сути, сейчас мы... по-быстренькому прибежим туда. Что интересно, я не слышу монстров. Но я уверен, что они тут будут. Так что приготовьтесь. Да, уже кто-то есть. А, нормально. Самое главное, не встреваем просто. Просто пробегаем мимо. Так, хорошо, где я нахожусь? Ой, мне нужно вот сюда поворачивать. Ёжик в тумане просто, по-другому не назовешь. Хорошо. Так, я, по-моему, опять не там. А, нет, нормально. Так, тот самый минивэн. Он мне больше всего запомнился, кстати говоря, почему-то. Собака, отвяжись от меня, пожалуйста. Все, вроде отстала. Ай-яй, спокойно. Нет, не сюда. Жесть, какая камера просто временами выпарывается. Хорошо, и тут где оно было? Где-то здесь. Нет. Тогда где-то вот тут. Thank you.
Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Жутчайший парень. Is there someone else here just now? No, no, just me. Don't you want to know what the message is? Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Church? I wonder what he meant by that. You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake, on the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? Конечно, ты определенно заслуживаешь доверия. Так, нам нужно по Нейтан-авеню мимо исторического сообщества Сайлент-Хилла. Интересное место. Как я уже говорил, мне очень понравилось. Особенно тюрьма Талука и то, чем там все завершилось. Было жутко, но само по себе место было одним из самых крутых, что я видел в серии. Сейчас мы пробежим мимо. И все-таки пока, несмотря на то, что мне с определенного момента очень сильно начала нравиться третья часть, она для меня пока что на ступень ниже стоит, чем Silent Hill 2, допустим, или первая часть. Как-то нет вот ощущения такого целостности сюжета. Как-то это все выглядит довольно натянутым. Но при этом свой сюжет, своя атмосфера есть, но мне то, что было раньше, нравится больше. Не знаю. При этом я все равно получаю очень большое удовольствие от прохождения этой игры. А уж озвучка, там, анимация лицевая. В общем, графон, музыка здесь точно лучше. Хотя во втором Silent... Нет, не знаю, я с труднее сказать. Во втором Silent Hill тоже была очень крутая музыка. В первом попроще, конечно. Во второй это было вообще просто... Вы знаете, куда мы попали? По ощущениям. Тот самый парк развлечений. Хизер, соберись, ну. Ты умеешь притягивать проблемы к себе. Так, мне нужна карта. То самое место мы отсюда начинали, помните? Во время нашего первого ночного кошмара все происходило именно здесь. Это особенно жутко. Финал первой части тоже проходил. Парк развлечений. Здесь был решен вопрос Сибил. По-моему, он из парка развлечений. Так, вообще нам туда. А что же у нас в этот раз тут? Все по-прежнему. Очень плохо. Все очень плохо. Давай по-быстрому. Ой, ой, ой. Да, это место, оно именно такое, каким оно и было. Отвратное. Ой. Тихо, тихо. Фух, хорошо. Но здесь, насколько я помню, ничего нет, да? По крайней мере, в прошлый раз ничего не было.
Только эти кролики. Жуткие-жуткие кролики. Говядинка. Так, хорошо. По ощущениям, мы так и не найдем тут ничего хорошего. Ну, кроме вот этих небольших, но приятных мелочей, типа ампул, патронов. Тихо. Насколько я только что слышал, в местном туалете все не слава богу, я туда не хочу. А, было ощущение, что упал там, но... Но в итоге здесь. Что это там? Ключ. Отлично. Хорошо, все, валим. По крайней мере, хоть что-то, не как в прошлый раз. Тогда, потому что все очень плохо закончилось в итоге. Валим. Валим. Камера, ну почему ты такая? Ну... Наверное, я иду правильно. Я, конечно, сомневаюсь. Твою мать. Бежим, бежим. Да, блин, не застревай ты, ну. Ой, эта игра меня когда-нибудь глухим сделает. Слишком громко. Так, подожди. Ух, так. Ой, что это было такое? Кто-то висит, по-моему, нет? Выключайте, лучше не трогать, я не знаю, как ее использовать. Хорошо. Просто иначе, я думаю, нас бы... Ой, блин, эти звуки просто... Иначе, я думаю, нас шибло бы этим поездом. Так, все, и тут во сне нас сшибало именно этим поездом, и сейчас, я думаю, все будет хорошо. Просто сносило. Да блин! Прыгай! The girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when a lesser Mother of God truly awakens,
Yeah? What's going to happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise? For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. Только не убивайте его. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Хорош, мужик. Then I truly do pity you. Что-то как-то за Дугласа волноваться я начинаю маленько. Давай, Хизер, вставай, ноги в руки. Надо бежать спасать Майкла. Ой, Майкл, Майкл Дуглас. Ну да, вы поняли. Так, хорошо. Что это за место? Ну, понятно, что это за место, но что именно это за место? Где что? Хорошо, сюда мы можем пойти. Но пойдем мы, я думаю. Наверное, здесь должно быть написано расписание поездок. Окей. Так, а мы, судя по всему, у нас выбора особого нет. Фургончик с попкорном. Что-то с этим попкорном не так. Что-то не хочется мне его пробовать. По-моему, здесь вообще не стоит что-либо есть. Возможно. Здесь все ржавое и гнилое. Так, да, короче говоря, нам только туда. Что это такое вообще? Дом ужасов Борли. Круто. Вот что, круто. Так, хорошо. Туда мы пойдем. Но сначала мы осмотримся здесь. Что тут есть? Ничего. Хорошо. Ладно. Отлично. Замечательно. Будем двигаться дальше. Это что там такое? Ничего. Haunted mansion. We're so glad you came. Please come inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. Haunted mansion — это, по-моему, все-таки не дом ужасов, а дом с призраками. Help! Help! Do you hear those voices? A family of four was sliced into bloody pieces in this room. Ah, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to! Ну, жуть какая. Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died. By suicide. Угу. Один человек. Это, видимо, кетчуп разбрызгали.
Ну да. Отлично. Это кресло-качалка у нее. Так, тихо. Ух, твою мать. That's Danny. A quiet young man, but quite friendly, as you can see. He was so eager to meet you. His hometown is New Orleans, but he came here after first losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? Господи, здесь действительно висит мертвое тело. Не думаю, что это часть аттракциона. Кто мог это сделать? Так, сюда мы не проходим, похоже. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath the floor there's nothing. Так, это что-то меня... Ой-ой-ой. Не особо... I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. Черный юмор. Очень черный. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Or if you'd prefer, we could come and visit you instead. Капец. Где выход? Выпустите. Supposed to be the exit, but it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever. I have to agree with them. Don't be afraid. Dying is much easier. Ой, Япона мать. Блин, что-то я испугался. Убегать надо было. Ну, ладно, придется по новому все это пробежать. Хорошо. В принципе, недалеко, да? Welcome to the Borley Haunted Mansion. Help! Help! Бла-бла-бла. Бла-бла-бла, мистер Фримен. That's Danny. This mansion is quite old. So please watch your step. I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoy. Так, ладно, валим. That was supposed to be the exit. But it seems that no one wants you to leave. Ах, жив. Everyone really likes. Бежи. Stay with them forever. I have to agree with them. Все? Походу не все. То же самое, да? Быстрее! Давай, пошел. Это не круто, совсем. Давай, Хизер. Давай. Ох, смотри, маленько покоцало. А нет, не особо. Ой, что-то как-то это было. Кто-то есть, определенно. Ой, только не вы. Кто угодно, но не вы.
куда иду, вообще не понимаю. А, блин, я что не вижу? Ну, камера, ты меня опять убиваешь. Нормально, нет? Так. Сейчас не время играть с такими вещами, я с тобой согласен. Так, ну оттуда мы пришли. Здесь тоже ничего нет. Хорошо, что дальше? Давай, падай. Ну, падай ты уже, ну. Так, так, вот так. Хорошо, что делать-то? Я думаю, как-то надо попасть сюда. Отсюда, я думаю, она откроется. Но, блин, как? Там пульт управления. Залезьте в окошко. Ну вот смотри, там дырень такая, можно, я не знаю, слона протащить. Ох, ладно. Будем искать. Нет. Я тут не был. Офигеть. Офигеть просто. Ох, какой капец творится. Билет на какой-то детский мюзикл. Похоже, что ее ставили на сцене. Сейчас никого нет, но готова поспорить, что в тот день здесь было полно народу. Про утку Дон. Она один из талисманов парка. Ой, жутчайшая жуть просто. О, это что за туфелька женская? Мне нравится. Реклама мюзикла. Тут нет ничего интересного. Мне бы хотя бы просто... Блин, а куда ее? Куда эту туфлю вообще? Знаете что, давайте на этом, наверное, закончим. А в следующей серии будем дальше разбираться, куда и с какой целью двигаться. Пока что этот парк просто совершенно какой-то непонятный и очень страшный. Но я думаю, мы разберем... Ух ты, смотри. Цепь. Круто. Но я думаю, скоро мы поймем, что делать. Ровно в следующей серии. Есть ощущение, что мы уже довольно близки к финалу. Так что, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.